虫のように増えてゆく蝕む炎吹き消せし筆止まらぬこと生み出すら Say yeah 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 Say yeah Say by this わめこんなんです泣いて塞いでそれでも挑むよ最高潮で狙っていて yeah 設定掴んで勝者は Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин. Мы продолжаем проходить Наруто Шиппуден Ultimate Ninja Storm 4. Итак, ну что, во-первых, как обычно, хочу поблагодарить группу ВКонтакте Наруто за поддержку данного проекта. Обязательно подписывайтесь на эту группу, те, кто еще не подписан, ссылку найдете в описании. Мы продолжаем с вами сюжетную составляющую. В прошлой серии мы с вами увидели потрясающий бой. Это была схватка в паре Наруто и Саски вместе со своими сильнейшими техниками на данный момент, которые только были. У Саски в данный момент Шаринган и Рининган, а у Наруто у него сила отшельника шести путей и, соответственно, в паре с его девятихвостым зверем. Мы продолжаем. Как мы узнали, теперь Мадара у нас не самый страшный враг, который нас ожидался. Сейчас нам вкратце, наверное, расскажут, что тут было. Хотя, наверное, этот момент опять не затронут. Вот. У нас воскресла та, которая была матерью отшельника шести путей. Она сильнейшая. По крайней мере, сильнее нее представить почти никого нельзя, потому что по истории она первая, кто отведывала плод божественного дерева, который и, соответственно, стала первой, кто овладел чакрой и была сильнейшей. Забавная очень картинка, как вы видите, у нее из-под рукава там вот этот вот, я так полагаю, наверное, черный Зетсу там улыбается. Ну, по крайней мере, я примерно так думаю. Кагуя Оцуцуки. Да, речь о ней. У нас осталось до конца, я так понял, не так много, то есть осталось 3 серии. Серия будет довольно длинная. Не знаю, будет ли мне мы сегодня 2 серии проходить, либо эту одну. Посмотрим по времени. Вот, ну что, поехали. Кагуя, жестокая богиня, часть первая. Я так полагаю, сейчас нам расскажут, может быть, даже какую-то историю о том, как она была какой она была жестокой, как ее любили и боялись одновременно. Я, как обычно, читаю текст. Кагуя Оцуцуки? Это мать отшельника шести путей? Эти двое. Хагорома и Хамура. Нет. Индра и Асура. Нет, мама. Это Наруто и Саски. Их реинкарнации. Черный Зетсу. Он изменился. Наконец. Теперь моя мать воскресла. Я снова могу занять место рядом с ней. Кто же ты такой? Дитя моей матери, Кагуи. О чем ты говоришь? Наверное, вы не знаете об этом, но на мою мать была наложена печать руками отшельника шести путей Хагамора и его младшего брата Хамуры. Но прямо перед этим, из последней капли ее силы, родился я. Родился с миссией воскресить ее. Зачем прапрадедушка это сделал? Я думал, наложил печать на девятихвостого. Похоже, ты не до конца понимаешь, что такое десятихвостый. Это существо, не божественное дерево. Это сама моя мать.
Что? Даже Хагумора не знает об этом. Он даже не знал, что все это время я старался воскресить ее. Десятихвостый — это Кагуя? Если это правда, это значит, что ты подобрался к Мадаре и использовал его только ради того, чтобы снять с нее печать и воскресить ее? Все верно. Я заставил его думать, будто он создал меня, а потом действовал как его тень, чтобы привести вечные Цукуйоми в действие. Только вечный Цукуйоми может собрать столько чакры, и значит, это единственный способ воскресить ее. Конечно, Мадара был не единственный, кого я использовал, в ход шли любые средства. Это разжег пламя зависти Индры, истравить их с Асурой. Я даже управлял планом Учихи так, как мне было нужно. Люди, стремления, традиции, история. Это все сделал ты? Не забывай, именно для этого я был рожден. Когда моей матери не стало, я все записал и начал творить историю. Другими словами, путь, по которому вы все шли, история ниндзя. Все это я создал, чтобы вернуть мою мать. Наруто, неважно, насколько сурово ты на меня смотришь. Я прав, мама? Она плачет. А, да. Ты ведь так долго была заперта. Ты вспомнила лица своих сыновей? Но теперь они твои враги. Те, кто похитили твою чакру. Да. Это правда. Я ненавижу их. Вот она. Это безумие? Да. Хагорома. Хамура. Вы принадлежите мне. Пора вернуть всю свою чакру. И вновь объединить ее. Наруто, ты знаешь, что делать? Да. Мы можем снова наложить на нее печать. Сделаем это. Обалдеть. У нас уже начинается с такого бодрого боя. Ох, чувствую, будет она жару давать. Ох, чувствую, сейчас гореть будут наши булки. Так, ну что, ладно. 50% оставшегося здоровья, контратака, 25 ударов, комбинированная атака. Так, ладно. Воу, контратака сразу. Ой, как она... Интересно, телепортируется? А вот этого она не ожидала. У нее 4 полоски жизни. Это и все, что я ей смог отнять? Обалдеть. Вот и все. Скорее убегайте, жалкие трусы. Да что ж ты будешь делать? Так, мне нужно убегать, мне нужно. У меня ни одного пенька нету. Так, Саске, помоги. Сейчас я чуть восстановлюсь и будем сражаться. Обалдеть. Воу, ты что делаешь? Что? Это что и такое? Блин, я ни одного пенька у меня нету. Обалдеть. Это мое царство, и ничего вы здесь делать не можете. Ну, разве что рассинганом кинуть. Хорошим рассинганом. Так, пеньки есть. Так, пора-ка за Саски посражаться. Так, отлично. Чакру взяли. Я так полагаю, на лаве лучше не стоять. Есть тайная техника.
Офигеть, тайная техника прям вообще, мне очень... Воу-воу! Это что? Вот эта техника! Это я не ожидал этого, правда. Я правда не ожидал. Так, хорош там чакру набирай, слушай, ты, мать! Это еще не все. Так, тихо, ты что делаешь? Так, у меня вот чакры не осталось, вот почти, вот это мне не нравится. Ну-ка, Саски, там сделай что-нибудь. Да, толку у тебя помощника немного. Отлично. Да, блин, как же у него много жизни, вы посмотрите просто, вообще дуреть можно. Ох, повезло ей. Ой, повезло. Так, Саске, помоги. Есть. Это хорошо. Я пока заберу чакру. А ну иди сюда, да ты боё. Хватит уже, блин. Так, тихо, иди сюда. Да ты смотри, как ты меня достала-то, а? Блин, Саски, ты своим чидори вообще промахиваешься постоянно. Ты вот пока за тебя самого не начнешь играть, толку у тебя будет. О, зажали. Ну да, зажали. Зажмешь ту, кто постоянно телепортируется. Нормально. Аматерацу. Ой, блин. Есть, появилась. Есть. Я ждал, когда она специально именно появится. Ох, какая красивая техника. Давай, на... ох, сейчас будут КТЕ. Ох, сейчас не прозевать их. Ох, не прозевать. Результат боя. А, мы, кстати, клёво справились. Вообще крутяк. Обито? Ты пришел в себя? Какаши. Я не умер? Давай, я тебе быстро все объясню. Вот твой шанс, мама. О, значит, вот что произошло. Но как нам остановить Кагую? Мы с Саске решим. Он исчез? Должно быть, что-то случилось с хозяином, из-за чего он больше не может поддерживать клонов. Я не могу пошевелиться. Проклятие. Вам нельзя их касаться. Он... Обито? Они все лезут и лезут. Друзья. Аматерасу. О, вот это было правильным решением. Бегство займет какое-то время. Я отвлеку ее до тех пор. Я не пущу тебя одного. Позволь мне помочь. Я тоже помогу. Я могу дать мою чакру. Отдать мою чакру. Мама, если мы их не остановим, они не оставят нас в покое. Давай сначала покончим с ними. Я должен держаться, пока Наруто и Саске не спасутся от льда. Это все, что я могу для них сделать. Это станет моим последним знаком покаяния. Какаши? Сакура? Прикройте меня. Ох, какой бой сейчас будет. Так, ладно, раунд номер два. Пока там Аматерасу у нас потихоньку
пилит решетки в ледяной тюрьме Саски и Наруто, мы продолжаем сражаться. 50% здоровья, ниндзюцу обоими персонажами, контратака, 25 ударов. Хорошо. Оу. За Рубито мы уже сражались. Надо аккуратно. Есть такое дело. Так, играем за Какаши. Так, о, да, конечно же, кунаем в нее, это прям самое то. Да что ж ты будешь делать? Так, помоги, помоги, Обито, давай, давай, давай. О, молодец. Хоть чакру немножко хоть набери. Да что ж ты делаешь-то? Ну... Так, давай отбежим, 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 отбежим. У нее 5-4 полоски жизни, обалдеть. Так, я играю сейчас за Сакуру, может быть, будет лучше. Блин, нужна чакра. Так, я пока не читаю, извиняюсь, то, что там происходит, почитайте, пожалуйста, сами. Я более-менее пытаюсь сосредоточиться на боевке. Так, Сакура вроде получше с ней. Она постоянно телепортируется, но поймать уже более-менее реально. Нормально, 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 нормально. Ты прекратишь сегодня телепортироваться туда-сюда, а? Прикольно, что ее защищает Какаши. Пока она чакру набирает. Отлично, отлично. Давай, 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 Сакура. Какаши, помоги, помоги! Обито, давай! Есть, ну хотя бы так. Есть, Сакура, давай. Ах ты ж зараза какая, а? Да хорош, ты смотри, к тебе вообще не приблизься просто. Так, двойная атака. Нормально. Так, я прикрутился обратно за Обито. Воу, 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 воу. Я проигрываю, я реально проигрываю, слушай. Она очень серьезный сейчас противник. Я чувствую, с первого раза не сделаю ее сейчас. Я потому что очень сильно привыкал к ее атакам и вначале вообще только по шее получал. Ох, как красиво. Нормально, нормально, нормально. Пытаемся все потихонечку. Каждый раз, когда я призываю какую-либо помощь... Короче, к ней вот с чакры... Только контратакой, только так. Блин, даже помощь не помогла. Ну хоть так, ну хоть так, давай, давай, родной, родной, нет. Только из-за того, что Обито тоже телепортируется. Последние жизни, но мы не справимся. Лучше, чем ничего, правда? Блин, проиграл. Так, сейчас мне опять вылезет глупый отшельник, который закричит, мол, давай я тебя рисану. Как обычно, я откажусь, потому что я так не играю. Вот сейчас я не могу это сделать, ничего, да. Да, рано, рано, мне очень рано уходить. Мы сейчас еще раз входим в боевку и делаем перезапуск. Так. Так. Мы сражаемся честно, без вот этих читерских замашек. Уж извините. Так, ладно. Нормально. Ой, слушай, она, в принципе, издали довольно ничего так. Я не хочу сейчас именно к ней с чакры приближаться. Она очень сильно контратакует. Отлично. Во-во-во-во. Пошло, пошло.
Так, давай. Давай, давай, Сакура. Ты неплохо справляешься. Воу, ни одного пенька нету. Ну, в принципе, ладно. Пока держимся, пока вот намного лучше все пошло. Ой, какаши, 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 как я тебя не вовремя тебя выпустил. Да, какаши тут явно не самый удачный противник для нее. Так, я Сакура, давай. Давай, 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 давай. Ну что ж ты делаешь-то, а? Надо опыт опять вызывать. Во, нормально. Отдохнувший обита, все нормально будет. Нет уж, извини. Обита владеет хорошей очень телепортацией. Что хоть немножко уравняет наши шансы. Попал. Все, давай. Отлично. Так, осталось полторы полоски. Полторы осталось. У нас же почти не осталось. Тихо. На тебе. Блин, такое близкое расстояние идет. Да блин, а вот как я не люблю вот эту контратаку твою. Господи, ох ты ж мать, а вот ты. Не задел, не задел. Не может быть, Наруто. Только вблизи к ней подобраться, она более-менее, если только вблизи начинает слабеть. Нормально, нормально. Есть. Отлично. Есть, есть, хорошо, упороли ее. Сейчас наши шансы больше. Но главное не зевать. Есть, 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 есть. Какаши, давай. Давай, 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 давай. Молодец, Сакура. Есть. Есть, есть, есть такое дело. Блин, тяжело было, реально тяжело. Они смогли выбраться? Спасибо, Обита. Теперь мы сами всем займемся. Как умирающие букашки могут быть такими настойчивыми, а? Мама, давай просто убьем их. Да. Такое чувство, что это Зетсу ей управляет, а не она Зетсу, ей-богу. Так. Гравитация? Здесь? Такая сильная? Мое тело тяжелеет. Но похоже, она тоже расходовала много чакры. Ты в порядке, мама? Надо поскорее с этим покончить и покинуть это измерение. Убери. У меня больше нет сил, чтобы победить ее. А значит, теперь мне осталось только одно. Я должен защищать Наруто и Саски даже ценой собственной жизни. Я должен защитить их. Обита, ты? Обита защитил Какаши. Какаши? Останься пока здесь. Он... Почему? Взгляни на свое лицо. Теперь я наконец могу побыть наедине с Рими. Только ты все испортишь,
Какаши. Обито, ты многому научил меня. И наверняка ждет еще немало страданий. Но главное, оставайся верным своему пути ниндзя до самого конца. Стой твердо, не отказывайся от своих слов. Я правильно сказал? Да. Это Наруто. Я просто знаю, ты станешь Хокаге. Да. И... Какаши. Обито. Ты... Лучше не спеши присоединяться ко мне пока. Живи до самого конца. Что? Давай, Какаши. Не делай такое лицо. Не делай такое лицо, когда перед тобой такое ничтожество. Что это за чувство? Оно словно разрастается во мне. Ао, это... Я счастлив. В самом конце я снова смог сражаться бок о бок. Я понимаю, вот почему. Я улыбаюсь. Не нужно жалеть того, на ком лежит такая тяжелая вина. Какаши, я просто хочу, чтобы ты отпустил меня. Спасибо. За все. Идем? Он отдал силу глаз. Он отдал свой шаринган, насколько я понял. Зачем так отчаиваться? Единственное, что сейчас можно изменить порядок. Вы все так глупы. Не смейся. Над моим другом. Он заставил их перенестись. Шаринган? Но как? Твой глаз был похищен. Эту силу оставил мне Обито в самом конце. Этот червяк, он до последнего вздоха путал мне все планы. Ничего страшного, мама. Они просто мои. Эта сила моя. Мама, моя сила. Успокойся, мама. О, нет. Должно быть, она и правда израсходовала слишком много сил. Она начинает терять рассудок. Кто разрешил тебе делать это? Я никому больше не позволю совершать такие глупости с моей чакрой. Твою же ж мать. Кагуя, жестокая богиня, часть первая, конец. Обалдеть. Это были клевые боевки, мне очень понравилось. Кагуя, она очень жестокий противник, ей-богу. Своими телепортациями, на самом деле, она очень-очень сильно замучила. Красивые, красивые, наконец-то идут, в принципе, недавно идут красивые аниме-сцены. Вот, и на самом деле вещь. Так. Неистовство Кагуи. Кагуя, жестокая богиня, часть вторая. Эту миссию мы будем проходить в следующий раз, потому что времени сейчас уже вполне себе нормально. Мы не успеем даже нормально начать ее, а я хочу именно полноценно погрузиться. То есть у нас остается две главы. Как говорится, хочу растянуть удовольствие, но оно рано или поздно все равно настанет. Как я обещал, я буду показывать по одной серии в день. Итак, ну что, давайте на сегодня закончим. Как и в прошлой серии, у нас сегодня была только одна сюжетка. Это было здорово, это было клево. Итак, ну что, спасибо всем, кто меня смотрит, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо, всем пока.